нависнается каплями с крыш, заливая пустой Париж. Так небрежно возвышена фразами книжными, мы рисовали наш мир. Дороги ждут нас с тобою нелегкие, далекие на перекрестке мы. Не надо слез, это рутина, не по пути нам. Мы тени на холодном перроне, и время нас уже не догонит. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнусь. Он помнит нас, он помнит нас, и мы все помним, как сейчас. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнусь. Он помнит нас, он помнит нас. Окном аккордеона вино, небо бриллиантами Шанель. И где-то голос сидит, проникновенно дрожит и согревает холодный апрель. Я помню, а теперь дороги ждут нас с тобою нелегкие, далекие на перекрестке мы. Наши слова паутина, не по пути нам. Мы тени на холодном перроне, нас уже не догонит. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнусь. Он помнит нас, он помнит нас, и мы все помним, как сейчас. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом захлебнусь, не продохнусь. Он помнит нас, он помнит нас, и мы все помним, помним мы. Ребята, всем большой привет, меня зовут Раиль Арсланов. Только что прослушали мой кавер на песню группы «Пицца Париж». Если понравился кавер, обязательно ставьте лайк. Ваш лайк помогает данному видео чуть выше стать в выдаче. Ну и напоследок хочу поделиться каналом моего хорошего друга Александра «Мир гитары». На его канале вы сможете найти редкие разборы песен, до которых чужие руки не доходят. Ссылка в описании. Всем до скорых встреч. Пока.